Мы в ответе за тех, кого приручили. Если человек заводит себе животное, то необходимо, чтобы оно было зарегистрировано. Регистрация для братьев наших меньших – это такой же документ, как и у человека паспорт. С 1 февраля текущего года администрации города начато предоставление услуги по учету и регистрации животных, находящихся на территории городского округа город Буй. Зарегистрировать можно любое животное, но в первую очередь это касается собак, поскольку именно собаки часто пользуются свободным выгулом и собираются в стаи. Владельцы должны помнить, что регистрация животных в Буе является обязательной и, что немаловажно, бесплатной услугой. Предоставление данной муниципальной услуги производится в целях, в первую очередь, это учета всех животных, которые находятся на территории городского округа город Буй. Ну и, конечно же, в целях предотвращения распространения каких-либо инфекций, передаваемых от животных человеку. Предоставление этой муниципальной услуги администрацией принято соответствующее постановление, которым утвержден административный регламент по предоставлению этой муниципальной услуги. Ну и в этом административном регламенте все основные положения, в общем-то, прописаны. Для предоставления муниципальной услуги по учету и регистрации любой гражданин может обратиться либо в многофункциональный центр, который находится по адресу улица Ленина, дом 3, либо непосредственно в отдел городского хозяйства в кабинет 16 и заполнить соответствующее заявление о постановке на учет имеющегося у него животного. Бланк заявления также утвержден в административном регламенте. Чтобы мы могли зарегистрировать животное, к заявлению прилагается обязательно паспорт заявителя и паспорт владельца животного, также документы на животное при их наличии, соответственно, ну и фотография животного. Все эти документы мы принимаем, регистрируем в журнале регистрации заявлений и в течение 30 дней принимаем решение о выдаче соответствующего свидетельства о регистрации животного и жетона с соответствующим номером. Регистрации и учету, как предполагается по регламенту, у нас подлежат все животные, которые находятся на территории городского округа город Буй. Но сейчас предпочтение у нас отдается в первую очередь это собакам. В дальнейшем мы будем работать и по другим животным. Нарушение правил содержания домашних животных, в том числе из-за отсутствия регистрации, кодексом Костромской области об административных правонарушениях, статьей 14, у нас предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа до 2000 рублей. А при причинении вреда здоровью или имуществу граждан штраф увеличивается до 5000 рублей. С начала предоставления муниципальной услуги в наш адрес поступило около 20 заявлений на регистрацию животных. Ну и, в принципе, каждый день поступают новые заявления, которые мы регистрируем. На территории с прошлого года действуют новые правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка, которые утверждены решением Думы от 27 мая 2016 года номер 103. И в соответствии с ними у нас утверждены определенные правила содержания домашних животных, в том числе, где и прописано, что владельцы домашних животных не должны допускать безнадзорного нахождения своих питомцев на улицах города. По результатам рассмотрения заявления у нас выдается, как я уже говорила, свидетельство о регистрации домашнего животного, к которому мы прилагаем памятку по содержанию домашних животных. Кроме того, владелец домашнего животного расписывается в карточке учета домашних животных, которая остается непосредственно в администрации. Ну и, соответственно, получает жетон с номером, который он обязан обязательно на свое животное закрепить и ни в коем случае не терять, отследить, чтобы животное всегда имело этот жетон при себе.
желательно зарегистрировать своих животных в период до 1 июня 2017 года, поскольку в летний осенний период у нас планируется проведение проверки наличия регистрации животных, и по результатам этой проверки будут применяться соответствующие меры административного воздействия на лиц, которые не соблюдают у нас правила содержания домашних животных. Услуга по регистрации и учету животных на территории города является бесплатной.